Проводите выходные с хорошей музыкой. 11 мая в арт-студии «Обрывал» в 19:30 выступит легенда русского рока, экс-участник группы «Черный кофе» Игорь Куприянов. Сейчас у него собственный проект и новые творческие дуэты. Например, в 2011 году Куприянов выступил в одном концерте с Дэвидом Ковердейлом, вокалистом групп Deep Purple и Whitesnake. Для самого же артиста ответственным был юбилейный концерт «50 лет жизни и 35 лет творчества». Я пригласил, в общем-то, всех своих друзей, всех звезд тяжелой сцены. И не просто попить в буфете там пивка, да, а второе отделение – сыграть и спеть мои песни. Вот вы знаете, и никто не отказался –